Привет всем, друзья! Сори, что я поздно вышел на связь, что-то у меня вообще прям куча дел было. В общем, мы нормально долетели вчера, дня три назад. Вот, только у меня, прикиньте, какая-то была воздушная болезнь или что, просто прям тошнило, кошмар в самолете. Вот, и потом еще в аэропорту меня, прикиньте, чуть не положили в больницу в Нью-Йорке. Думаю, что совсем плохо все будет. Вот, но слава богу, я там поспал в аэропорту 4 часа, и прям все здорово было. Вот. Я получил уже все телефончики, которые заказал для вас. Вот, смотрите, что. В общем, в чем есть одна, ну, нехорошая новость, что ли, есть, и к ней присоединяю сразу кучу хороших новостей. Смотрите, что. Вот этот телефон, который вы можете уже скоро увидеть в своих руках. Называется это Moto G телефончик. Вот он как классно работает. Мне он, друзья, очень нравится. Я сегодня буду рассказывать буквально там в двух словах о том, почему я думаю, это классный телефон. Я себе такой же купил, это мой. Вот, и... Но вначале скажу вам сразу то, что есть один такой интересный момент. Что такое? Да я поговорю. В общем, в нем все клево, но главные настройки, которые здесь есть, по типа настройки там, выбрать звук, выбрать какой-то там, чтобы был какой-то... Яркость была определенная у экрана. Это все пока у нас, прикиньте, на английском языке. То есть настройки основные, которые в телефоне есть, они все очень легкие, там прям, ну, баба Клёпа из деревни Сидорова поймет, что с ними делать. Вот, но они все по-английски. Вот, к сожалению, я не знаю, почему они не сделали язык русский там, но вот не сделали. Вот, но еще прикольный момент, что все остальное можно сделать по-русски. То есть, можно по-русски писать. И, что самое интересное, можно, прикиньте, по-русски даже говорить, и он будет набирать вам текст. Сейчас я вам даже продемонстрирую, какой прикол. Смотрите, допустим, есть вот такой блокнот интересный. Вот, и сейчас я вам покажу, как он может, прикиньте, сам писать то, что я буду говорить. Ну, к примеру, не знаю, будет ли не видно вам. Нажимаем на запись. И внизу экрана, видите, есть такая штука по типу вот запись звука. Переключаем на русский язык и начинаем говорить. Привет, дорогая церковь. О, смотри, как понеслось-то. Я рад с вами созвониться. Видите, пишет, конечно, кверх ногами, ну ладно. В общем, понятно, что можно смс писать или в скайпе говорить спокойно, и будет здорово, все понятно, видно. Вот, вторая вещь, куча приложений, гораздо больше, чем в айфоне, потому что тут бесплатные вещи. То есть это вот основной экран, который у меня есть, скайп, контакт, ютуб, там всякие фонарики, всякие штуки, там блокноты. Можно увеличить количество этих на рабочем столе штук. Вот. И очень клево с этой Библией, мне очень нравится. Красивый дизайн, и просто сделано все так с качеством. Вот. Можно менять шрифт. И в чем прикол, то что у айфона экран поменьше, поэтому в автобусе проще, конечно, читать здесь. Вот, что мне нравится, что есть очень большое меню, видите, тут куча разных программ. Прям прекрасно все работает и не зависает ничего у меня. Я, прикиньте, держал, в общем, iPhone и в руках, мой четвертый, и вот этот телефон, и получилось так, что у меня все работает гораздо быстрее на этом Moto G Motorola. Вот, и ничего не зависает. Это вот очень большая разница с iPhone. В iPhone подвисает все. Вот, в четверке, который я хотел, который у меня был. Вот, здорово, что тут настраиваются всякие штуки, типа почту можно настроить, всякие приложения. Мне очень нравится, и я думаю, что я точно буду им пользоваться, iPhone Super Dam. Поэтому нужно сегодня вам выбрать, нормально ли вам иметь такой телефон. Дали такой Лёша, такой чехольчик у меня есть, классный есть, резиновый. Вот, но настройки ваши будут по-английски.
принципе, это все несложно. Если вам будет трудно что-то там настроить, я вам настрою. Но я вам рекомендую брать, потому что телефон классный. Ну, там уже стоит всего 200 баксов, поэтому стоящая вещь. Вот так что от вас жду ответа. Если все устраивает, то мы заканчиваем оформлять нашу покупку. И я вам привезу ее. Вот. Если что-то вам не нравится, если вам все-таки кажется, что вам больше хочется iPhone, там, или какой-то другой телефон, то можно пробовать найти другой телефон. Вот, но за $200 это будет БУ. Новое мы можем что-то купить. Вот, ну все. Давайте, рад всех вас увидеть. Хорошего вам там времени с церкви провести. Если что, и в скайпе, вконтакте пишите. Пока, церковь.